Ладно, они еще... и Spirit самые лучшие результаты пока ну, что группа, в группах группа показывают. Д, Liquid же тоже. Ой, эти Liquid. Ну ты да, понятно. Ну, чисто по таблице. Понятно, что по игре, да, претензии есть и команды, которые играют на ноль. Ну и посмотрим на небезызвестную пару саппортов Shadow Demon и Nyx Assassin. Вот на прошлой карте мне показалось, что Sweden Strong на Snapfire было не очень комфортно. Вот Nyx Assassin тоже, наверное, такой герой. Хотя, ладно, Nyx Assassin в целом такой герой, который может устроить хаос на карте. Который при хорошем темпе там может и быстрый догон себе купить. 5 веточек. Вард, 3 танга, закуп у Пангольера на первое золото. И команда Extreme выходит в атаку. Конечно, тут с... Тюваем, с колбой можно и убить. Sweden Strong попался. Смогут ли его закрыть сейчас? Смотрим. Пока вроде не получается. Уходит Sweden Strong. Остается Primal Beast. Вот его уже убить его будет потяжелее. Ну, кстати начинается. Говоря, у Extreme огромный обзор на вот эту точку маленького и большого кемпа. Нужно быть там игрокам поаккуратнее. В чем проблема Nyx Assassin? Как всегда, это, конечно, слабость на линии. Обычно Nyx Assassin старается по-хорошему просто крипов пулить. Размениваться с Enchantress. Боюсь, что Nyx Assassin не готов. И вот, наверное, за этой линией я даже в приоритете готов следить. Насколько там вообще у Клауда-то с Sweden Strong дела пойдут хорошо. Ибо, сами понимаете, если алхимика не трогать... то Ами через 20 лобби уничтожит. Будет закрывать. Да. Будет готовиться закрывать. Вчера Джуниор на центре. Как я понимаю, на Лишрака сейчас безальтернативно берут аспект на Диаболике. Не особо припомню, что кто-то брал альтернативный аспект. Но не забываем, что с этим аспектом, с Диаболиками, ты того раза забирать не можешь. То есть пушит потенциал твоей команды резко уменьшается. Курьер сил света был убит. Да, ну предыдущая карта у нас была очень-очень активная. Посмотрим, насколько активно здесь будут ребята играть. Пока что на Клауда нападает. Он вынужден активировать трампл, чтобы хоть какие-то шансы получить. О, Петус полетела, Дивая. И это First Blood. Nyx, он, видишь, крипов тут выпуливает. Как раз вот умер еще Primal. Он как раз подзадержит их на нейтралах, да? А, слушай, так тут, кстати говоря, как получилось-то, что ничего пикнули в Никса? Разве нет? Это ж типа контра. По-моему, нет. Никса пикнули в ничего. Разве? Ну, да, хорошо. Да. Ну, ты 100% я не заострял на это внимание. Поэтому такая своеобразная база. Ну, я думаю, что Дивая пока это не будет большой проблемой на первых порах. Ну и Ами все, крипов спокойно подводит. Огромная пачка. Сейчас все зафармит, выйдет топовый крипстат. На центре у Пангольера. Ну, не могу сказать, что прям проблем не будет. Конечно, есть момент, когда Чира Джуниор может неожиданно развороться, нажать эти диаболики и XM просто вот так вот жечь. Посмотрите, когда сумасшедший урон. Интересно, какая будет прокачка у Чира Джуниор. Будет ли он брать вообще стан? Бывает, знаешь, лишь хоккей, который от стана отказывается, играет. Это иногда становится проблемой. Просто вот этот контроль небольшой, его может не хватить для того, чтобы сделать убийство. Да, такое спокойненькое начало. 2 минуты, все фармят. Особо никаких там замесов лютых мы не фиксируем. Отыгрывают ребята на себя пока что. Но потенциально 1W, конечно, могут тут очень-очень хорошо побегать, подраться. Да, у них герой активный, сам видишь. Скиллов много, станы, магия, да. Главное, слишком сильно линию не залить. Ну, вроде тут пока окей. А у Тимбера все комфортно. Ксинкью еще на этом Рубике, я уверен, на этой карте может и в MVP выйти. Тут столько всего можно воровать. Там и Лишрака эти диаболики взять, и подкоп Никса, и Disruption Shadow Demon. Тут, в общем, огромный масштаб работы Ксинкью где-то в тимфайте. Пока стан на Ксинкью. Пара ударов от Мункуши, но респект. Подсетапить не может. Это убийством продолжить просто нечем. Уходит Лишрак на баунти руну. Ну и у Пангольера все прекрасно. Я, честно, ожидал, что будет немного тяжелее. Только Пангольер это контра, мне кажется, Лишрака. Я не знаю, что-то, кстати, Лишрака так часто пикают. Когда ты берешь его сразу и потенциально флексишь там на саппорт позицию, я вижу в этом адекватность какую-то.
да, когда ты просто вот прям берешь лишь Рокан на центр, когда его еще могут закрыть, это немножко странно. Но мы уже с тобой обсуждали этот момент, что Лишрак здесь взят, опять-таки не забанен Пангалер и взят Лишрак. Почему? Потому что у тебя есть Праймал, да, который может очень неприятно делать Пангалеру. Ну, как там у нас Праймал по итогу? 16 скрипов на факт. Слушай, 16 скрипов у Праймала, 17 скрипов у Тимбера. Выровнялся по крипстату Клауд с XXS. Это очень важно, потому что у него линия такая, да, Инчантер с Алхимик. Там неприятно стоять. Инча постоянно тебя душит вот этими импетусами. Вот, а тут, может, ее даже как-то подзабрать можно. Клауд так мигает. Сейчас можно пытается. Уже неудобно. Яме снова большая пачка крипов. Два ренджа к нему подходит. Продолжает алхимик, можно сказать, фрифармить. Никаких проблем. Так, тут XXS выгнали. Снова была атака под станлины, похоже. Но с Тимберчейном никаких проблем. XXS еще в запасе был и Лотус. Так, смещается Enchantress в стоп. Мукуша очень мало ресов. Но знаю, читают. Свидестронг прилетает. Нужно убить этого крипа быстро. Крипа убивают. Телекинез. Тимберчейн, но Мукуша. Мукуша все еще жив. Ну, будут ли пытаться Мукуша добить? Ну, чего бы это ни стоило. Тимберчейн, врыв, удар на Лину. Конец XXS ли этой истории? XXS надо. XXS пытается разменяться. Свидестронг. А если чем убивать? Маны, только Poison. Никакой, да. Да, XXS выживает, уходит. И два саппорта команды в W. Ух, ну так, да, тоненького, конечно, было. Но итог есть. Лина в таверне. То есть свой ганг экстрим удачно совершили. Правда, у XXS теперь вообще нет ресурсов. Сейчас будут тангами как-то отъедаться. Крипам пока нормально, не подойти. Нормально, нормально. Подхилится. Сейчас еще там бизнес-крип придет. Он под флагом там тебе дает дополнительный реген. Хорошо, молодец, Виденстронг прочитал эту атаку. Да, размен все равно получился не самый хороший, да, для команды Ванда, потому что они герои отдали кор позиции, да, забрали только саппорт. Но в целом это ок, в целом это хорошо. Могло быть хуже, я к этому, что как бы могли просто и Лину, и ШД там задавить и убить. И это была бы прям катастрофа. А так, четверка команды 1W все прочитал, красавчик. Так, 2600 у нас Чиро Джуниора. Ждем мы от него большого импакта в этой игре. Поскольку на предыдущей карте немножко не получилось у митера команды 1W проявить себя. Тяжелая была игра, возможно, не самый подходящий персонаж. Такой чуть не метовый. Так, и руна здесь, видно, срон контроль. Хасту забирает Чиро Джуниор, но нельзя ее активировать, потому что Enchantress, Enchantress ее просто спушит. Лучше оставить до лучших времен, куда-нибудь гангануть, возможно, в топ. И, кстати говоря, Чиро Джуниор уже туда подбегает. У него, правда, нет стана. И ладно, там есть Shadow Demon, да, и Лина. Они может под седьмую минуту. Да, здесь уже есть фраг. Ну, давай смотреть на топ, на топ. Там все же Тимбер. Поймали. Все. Это стан от Мункуша. И Диаболики с пульс новый. Без шансов. Седьмая минута, 30 секунд остается. Может быть, как-то есть расклады. Но опасно, конечно, выходить. Там могут быть телепорты на каждого игроков. Все еще руна ускорения действует. Работает катапульта, нажимается глиф. Неужели хотят с этой катапульты запушить? Но шансы высоки, если ребята будут танковать. Никто не танкует, катапульта будет уничтожена, крипов нет. Ну да, тут танковать было не вариант, слишком нужно было много времени. Выиграть 6.50 на таймере, респект выходит. С дизрапшеном шанс законтролить руну огромный. Это может быть размен, но он полностью устроит. Синкью выходит, респект, дизрапшен. Это стопроцентный руконтроль. И еще и Чиро Джуниор здесь. Респект почти без маны. Чиро Джуниор пытается сделать убийство. Респект жив. Телекинез хорошо зашел по двум героям одновременно. XM. Прыжок на Чиро Джуниора. Ну и тут... Неужели все закончится чуть может, хуже? Нейтралом как-то? Не, нейтралом. Нет. Аксинку убивает респекта. Можно сейчас еще и респекта забрать. У него нет маны на телепортацию. Он, кстати, пытается, может, как-то за текстуры там никак тут не уйти. Но в любом случае, это очень позитивный момент для 1W. Они забрали две руны экспы. Ты же понимаешь, да, что это большая проблема сейчас и для Рубика. Ну, Enchantress, ладно, как бы бог с ней. Вот. Но для Рубика это реально большая проблема, потому что ему нужно шестой как можно скорее. А Никс крайне зависим от экспы как персонажа. Он очень-очень хочет, чтобы у него и Моноберн был вкачан, и вторую Виндетту надо раньше 12 взять. Это же все одно за другое цепляется, да? Ты быстрее получил шестой, реализовал Виндетту, плюс экспа, плюс голда. Ты быстрее раскачался. Седьмой, восьмой, дальше 12 у тебя левел. Вторая Виндетта. Тебе еще проще. У тебя догон, у тебя уже какие-то шмотки появляются. Ты начинаешь соперника душить. Ну и я вижу, как 1W прям расправили крылья, начинает агрессивно играть эту карту. Алхимик, конечно, очень много имеет, но я верю, что 1W здесь еще дадут прикурить. Так, Праймал Бис под невидимостью может зайти очень глубоко, но там, как понимаю, установлены сентри, Клауд. Ну, пока он не знает, что о нем информация поступила.
И команда Extreme. Очень глубоко Клауд заходит. Пошел ультимейт Тимбера, подходит Чиро Джуниор, уже успеть подстанить. Будет ли дизрапшн? Да, дизрапшн. Ну и Тимберу тяжело будет уйти. Подкоп от Никса Сасина, Свинстронг все еще пятый, врывается XM. Но спасет ли это XM? XM, ну, как видишь, Shadow Demon с тем самым ультимейтом очень быстро ставит точку в этом Shield Crash. Да. И стаки еще, ребята, фармят. Стаки. Можно еще и стаки самим еще раз. 4-6, и с алхимиком команды Extreme по экономике проигрывает. Это, кстати, пока единственное по-настоящему светлое пятно команды Extreme. Алхимик на полном фрифарме. Это будет радик на 11-12, вот пока что я вижу. Никс Ассасин выходит в догон. Свиден Стронг может в этой игре показать мастер-класс игры на четверке, который просто будет ненавидеть вся команда Extreme. И давайте еще раз посмотрим этот момент. Знали ведь, что руна невидимости активирована, что выходит промил бис, но чтоб настолько глубоко. Ну и вот он, прыжок от Пангольера. Респект. Да, качественно сыграно. XM тоже немножко не рассчитал свои силы. У него на кулдауне был Роллинг Тандер. Если бы он успел его активировать, то, возможно, получилось бы здесь, да, отыграть чуть-чуть лучше. Неплохо было бы, конечно, Ами попытаться загангать. В целом, с Никс Ассасином плюс Парамел Бист я могу представить успех. Так, на топе пока атака на Тимбера. Продолжает прессинговать жестко XXS-а. На XXS, конечно, не думаю, что доволен. Вот этот Тимбер на ФП, который потенциально шел для XNQ, оказался на сложной. И вот как-то прям совсем наелся. Тимбер 3300. И обычно, как вот без мастера раньше, когда он был в мете камбэкал, так и Тимбер на стаках. Но мы помним, что случилось со стаками. Много экономики было потеряно и отдано команде 1W. Нужно еще сейчас саппортом постоянно думать про Никса, закупать эти бесконечные сентри, просто их в магазине не будет по нетворсу, тем самым будут сильно страдать. Хорошая руна у Чиро Джуниора, чтобы подраться прямо сейчас, очень много эффективного хп. Ну и, наверное, готовится этап. Хотя тайм прессинговать, смотри, и да, нападают на него, Инча рядом, Демоник Пурш уже пошел, есть Пуберайс и Фраг, возможно, сейчас телепортируется Пангольер. Получится хороший дизрапшн, но Пангольер все равно ульту свою раскастует. Рядом лишь Рак. Лишь Рак готов гореть. Минус Primal Beast. Эти будут размены. Респект. У него проблемы. Чиро Джуниору тоже закидывают импетусами. Хороший очень ролл. Тимбер нормально. Здесь вгрызается. Какой стан от Свиден Стронга. Стан сверху от Лина. Нужно ударить Свиндетта. Есть удар Свиндетта. Есть Манаберн. Это минус Тимбер и минус Инча, скорее всего, тычка долетает. А Мункуши, будет размен, XM, пытается драться. Да-да-да, есть скиллы, бьет, убивает Мункуши. Но вот выйти отсюда уже будет тяжеловато. Прилетает еще XNQ, но спасти нечем Мункуши. Читали экстрим выход на алхимика. Они знали, что сейчас это будет. Там телепорты были готовы. Но настолько много урона в алхимике в сандалили там за эти 2-3 секунды. Финальный размен в пользу команды 1W. Тут без вариантов. Ну немножко переборщили, я бы так сказал. Наверное, Демоник Пурш был лишний, его бы и так быстро убили, да? Вот, Аксинку воруют здесь. Трампл, Клауд. Ну, все, уже как... Вот так. Ага. Потоп. Так. Так. Крабпасы не очень хорошие, но... Спел стил, надо нажать что-то, своровать. Даже непонятно, что не успел Ксинкью. Интересно, что Ксинкью вот только сейчас, буквально вот на прилет на эту линию, получил свой уровень 6. Вот да, о чем да. Ты говорил, что Рубик без ультимейта, но это ж просто почти рейнджовый крип с небольшими приколами. Так и есть. В то время как Респект уже на несколько драк показал мастер-класс в использовании своих способностей, в том числе ультимейта Рэйдианс. Так или иначе, несмотря на смерть алхимик, появляется на очень крутые тайминги, там прям хорошего, крепкого алхимика. 9000. Ну и вот, наверное, такая стандартная игра, когда алхимик король, все остальные герои там где-то далеко. Герои самого алхимика союзные. Тимбер все еще 4500. Ну, пайп здесь, наверное, не помешает. Посмотрим. Может, какая-нибудь Кая плюс пайп будет у Тимберсоу. Клауд Бладмейл. Клауд очень круто раскрылся в момент, когда Энчантерс ушла на ганги. Клауд просто заходил за тавер, да, забирал первую, вторую, три пачки крипов леса, и никто не мешал. Свиден Стронг. Там уже где-то там близко... А сентрейта нет, слушай, слушай, сентрейта нет. Может подсетапить, он говорит, парни, вот здесь XM качается, но очень тяжело до него добежать. И, а, блинк есть! А, так другой разговор! Так можно и до... Руна иллюзий.
Но диаболики. Диаболики дотикали. Да, это уже такая современная мета на Лишраке покупать блиндагер. Не удивляйтесь. Вот такая вот база 2024 года. Остается в лесу Enchantress. Ее замечает Shadow Demon. Свиден Стронг также в погоню. Ну и Чиро Джуниор в своем блинке. Очень... Он его догонит. И замедлит молниями. Рядом, Рубик. А может не надо? Стан от Лины. Рубик ворует. Диаболики. Праймал врывается. Ксинку успевает нажать телекинезис. Спасет ли это его? Да все, больше нечего нажать. Ульверайз. И... ну зря Ксинкью вышел. Казалось, что это очень похоже на мув, который так вот и даст тебе уничтожение двух саппортов. 7-14, все еще небольшой перевес, но не забываем, алхимик продолжает качаться. Алхимик покупает тебе блейдмейл. О, как. Они решили массовые блейдмейлы купить против Лишарака, чтобы это работало. В принципе, против Лина это тоже, ну, по идее должно, да, как-то неплохо. Ну, Чиро Джуниор, наверное... поймает прикол. Но я жду. Мне интересно это. Посмотреть на центре. XM. Смотри, вообще в спину заходит Виденстронг. Виденстронг в спине. А может быть двоих? XM. Блэдмейл активирован. Чиро Джуниор пытается вытеснить файта. На развороте подкоп первый. Стан второй. Пангольер очень долго живет. Пульверайз на Пангольера. Мне пока не нравится. Неужели XM не успеет добить? Добили XM. Алхимик ворвался. Тут же пурш на алхимик. Алхимик не может добить Shadow Demon. Но съедают Никс Ассасина. Идет алхимик дальше. Колба заваривается. Пурш заканчивается на химике. А на развороте. Ну а с чем? Лишрак прыгнет? Ну вот как-то... Так а там что, ролла нет, ульта заканчивается. Да и у Ван-Дабл не то чтобы много скиллов. Лины не было. Лина покупает Глейпнер. Сейчас могу представить, что Лина восстанавливает ресы и подходит к команде. Все. Лина сейчас будет также подключаться к игре, как и алхимик. Мы видели уже первые такие проблемы с Бладмейлом, что ли Лишрак так на это смотрит и из драки пытается как можно быстрее выйти. Ну не просто, да, я согласен с тобой, но ты же понимаешь, что это не будет работать бесконечно. То есть это вот в данный момент, это круто, но Лишрак купит юл себе. Ты Бладмейл нажмешь, а он заюлится. Приземлится, еще какое-то время себя пожжет, а потом все, уже твой Бладмейл не работает. Поэтому, слушай, ну... решение интересное, но нет никаких гарантий, что сработает. Есть подкоп, есть глипнир, стан, много дэмэджа, моноперн, и это еще один фраг для команды. Вот они, многоуважаемые восточные партнеры наши, вышли в верхнюю сетку и уже маленечко подрасслабились. Не показали они своим драфтом, конечно, что они так, ну, спустя рукава будут эту игру играть, я с тобой согласен, да? Но тут, на самом деле тут можно похвалить 1W. Они хорошо все сделали. Типа вот, ну, без рофлов, без каких-то, да, они очень качественно по карте за эти 15 минут мувались, и очень хорошо у них все получалось. А разница между алхимиком и Линой тоже уже не очень большая, что важно. Ну и, как ты сказал, да, Bloodmail, они имеют свой срок годности, неплохо было бы выйти от Extreme теперь немного, такую попытку сыграть в агрессивную доту. Хотя я понимаю, играть в этого Никс Ассасина, не имея гема, очень тяжело. Ты вроде выходишь в атаку, и тут в спину тебя этот Никс копает. Продолжает, тем более, игроки 1W ставить агрессивные варды. Вот уже вард в районе Эншей в левой части карты. Установил Shadow Demon. Нападение на Пангольера. Ну, это ж ну, просто невозможно. Когда у Никса пошла игра, все, ты в любой точке фарма, точке карты, где нет центре, не в безопасности. И отлетает Пангольер. Возможно, герой даже на этом этапе важнее алхимика. Алхимик-то свою фарм найдет. Вот если Пангольер начнет умирать постоянно. Но это догон. Это догон номер один. Ждем ап догонов от Виденстронга. Не то чтобы я фанат этих апов. Можно много предметов придумать альтернативных. Даже какой-нибудь форсик. Ну пусть. Или блинк. Смаканулись экстримом. Надо экстримом какой-то найти момент в игре на самом деле. Непорядок. Они проигрывают раз за разом, ошибаются, дают много алхимик. Кстати, у него шард есть, интересно, да? Он, то есть он купил шард себе? Сам себе, да. Сам себе купил шард. Может, это какая-то комба под Блейдмейл? Интересно. Разрушена. Не знаю, мне пока нижнюю мало идей. Забирают первую вышку экстримы, немножечко открывается карта, чуть-чуть попроще будет. Но такое тоже. Надо БКБ на алхимике купить. Пайп появился. Вот так. В центре был. Но, по-моему, XXS не успел заметить. Но очень глубоко прыгает. Тимбер жив. А на развороте? На развороте. XXS. Нужен сетап. Девай. Замедление на Никс Ассасине. Врывается алхимик. Тут Primal Beast нажимает БКБ. Но ультимейт, по-моему, не того. Пытается убить Тимбер. Тимбер все еще жив. Врывается Чиро Джуниор. Добивает Тимбер Соу. Катается Пангольер. Алхимик фоткает, потому что алхимик это ультимейт. Он боится войти в тимфайт. У алхимика вообще ничего не осталось.
Он просто ждет. Опять, да, надо в разные стороны здесь разбегаться, походу. Но если это был Тимбер сейчас с пайпом, то мне уже понравилось. Так, где-то в файте 5 на 5, где он этот пайп активирует. Ну, может быть, получится. Не хватает какой-то первичной инициации, на самом деле, экстримов, да? То есть это в них нападают, они терпят, они проигрывают, условно, да? И поэтому выглядят они немножко беспомощно. Но я надеюсь, они найдут какой-то момент как-то, да, посопротивляться, потому что вторая какая-то однокаличная у нас получается, чтобы как-то поинтереснее все это смотрелось. Все-таки их драфт способен, да? Что-то на нечто большее, чем... Просто вот так вот умирать раз за разом. И уже 7000. Команда 1W в лидерах. Алхимика не чувствуют. Алхимик не то чтобы агрессивен. На центре атака. Без Тимбера, без пайпа драться нельзя. Забирать Кюкропас. Это не тот скилл, который он должен был взять. Подкопали. Догон. Ну и Дивай. Ой-ой-ой. Уже, да, тут такое отчаяние. Ну чувствуется, да, что экстрим в целом-то... Расслаблены, все в порядке. Мы понимаем, что тут даже ругать экстрим не за что. Так что можно только радоваться, что 1W сейчас могут забрать эту респект-карту у сильнейшей китайской команды. Так и есть. Бладмейлы, похоже, уже свою роль отыграли. А, да, надо как-то на Shadow Demon нападать. Вот тут бы вместо этих Blademail... У Алхимика есть дагер вообще? А, слушай, Клауд, кстати, забрать. КБ у него. Больно. Если что, ТП нажмет. Ну, даже это. Ну, а может быть, продолжить? Так, воруется стан у Лины. Неплохо. Неплохо. Это уже дом контроля. Мункуши. Главное, БКБ успеет нажать. Мункуши не нажимает БКБ. XM ворвался. Мункуши нажимает Блэкинг Бар. Двух Блэкинг Баров сейчас нету 1W. Это шанс для экстрим зацепить. И Лины не будет раки. И все, вы деретесь в большинстве прямо сейчас. Находит респект. Но этого слишком мало. Чира Джуниор, дизрапшн на себя. Продолжится ли погоня от команды Экстрим? Ну, похоже, больше нет ни единой точки мало, для сетапа. Да, мало. Брали, согласен. Ну, БКБшки в любом случае просадили слегка. Дали, так сказать, огрызнулись. Показали оскал Экстрим, что могут они еще какие-то фраги делать. Им самое главное как раз вот что демона нападает. Потому что, ну все, ты... О, куда? XXS! Ай, он переоценил себя, он думал, все 1W здесь разбежались, но с другой стороны... Но ПКП все еще нету Клауда. Согласен. Алхимик. И бежит. Колба. Ага. Бум. Ага. Понял. Блинкдаггера-то нет. Блинкдаггера нет, да. Вот вместо этого Блейдмейла ему бы блинк реально, те же деньги, по сути, да. Да, как раз вот, чтобы прыгать в Shadow Demon и его забирать. Ну ладно. Не, фишка Блэдмейла-то понятно, и, возможно, просто его через минут 10 нужно продать. Да, вот даже так рано отдать и взять... в этот топ-слот, который скоро закончится. У Чира Джуниора появляется Блэкинг Бар также. Этими массовыми Блэкинг Барами 1W будут стремиться все же уже после Рошана. Кстати, Рошан-то есть на карте. Плохо было 1W об этом вспомнить, забрать Аегис Лине. И уже пытаться заходить на базу. Не заигрываться. Не заигрываться. Может быть, для экстрим, как тут любили говорить, у нас хорошая практика отыграть от отставания серьезного. Они на самом деле часто играют в команде экстрим. Прям с интересной мини-картой. О, это вижу. То, что видит, но там понятно, да, что происходит. Рошана заберутся в 1W, преимущество достаточно большое. Но вот Skyground, да, на хайграунде вроде бы Extreme Gaming тоже могут как-то подкайтить. Если Рубик хорошую способность украдет, что-то, может быть, получится сделать. Ну что, кстати, проблема для Ксинкью. Я вот не помню Ксинкью, который забирал Impale, в конце концов. Может быть, это Свизен Стронг великолепно отыгрывает и не дает ни единого шанса. Но... Ну вот он сразу Карапаз жмет, конечно. Да, ну открывается сразу. Как-то надо попробовать. Забрать Impale, я поверю, что там хватит ресурсов у Экстрим подраться даже с таким отставанием. 6000, ну опять же, учитываем снова, что это Алхимик. Ага, Аме. Ну Амин один, тут вообще непонятно кто кого. Но как же... Его не видели, да? Нет. Ничего не видел. В центре у команды Экстрим нет на этой половине ни одного. Забавно. Покупается гем, но команда 1W. Опасная такая штука. Можно этот гем противнику рандомно тимфайт отдать. Экстрим он не помешает. Дивай. Но Дивай можно, кстати, и шлепнуть. 1100 хп. Но Виндетта заканчивается. Дивай улетает. Заметил Свитон Стронг. Обидно было. Сейчас бы забрал. Не успел. Не успел. Да, 4 минуты гида у Лины.
Как-то бы этот переждать моментик ребятам из Extreme, но они нажимают смог, попытаются подраться. То есть за счет какого-то первого удара, да, за счет права первого удара, может, получат преимущество в... В моменте и смогут. Смогут хорошо подраться. Силы тьмы используют сканирование. А в идеале найти снова Shadow Demon. Мы понимаем, лишь Рах, несмотря на БКБ, может получить стан, просто из него не выйти. Героя готовы убивать быстро. Ну вот Ван Даблу нужно дожать. Я чувствую, что могут немного не дожать. Не давить. Нижняя сколько мы видели этих камбэков разрушена. На базе, как сказал, тем более от китайского коллектива. Хорошая будет проверка. Никс Ассасин играет все же такой своеобразного банк. Дагон уже третий. Не успеешь убить, все. Ты, в общем, там в тимфайте уже никакой пользы почти, кроме там, обзора дополнительного, не даешь. Да? Выходит команда Ван Даблю. Кая появляется у Тимбера. Тимбер все еще беден. Ну, какие-то слоты набирает. Не факт, что его уже убивают за один стан. Что-то он там пилу свою кинет, Тимберчейн. Ну, в общем, там тому же Праймал Бесту больно. У Праймал Беста, кстати, появился Аганим. Башню сил света Аганим у Беста. Бест силен. Убить его быстро не получается. При этом. Забирает Enchantress новую пачку крипов. Успеет ли там забрать этими своими работами? Нет, не успеет. Новая пачка двигается в сторону базы команды Extreme по миду. Укуши улетают. Ага. Да, Extreme тоже не торопится. Как-то пока что сражаться. Смоук один активировали, фрагов никаких не нашли. И остались, так сказать, при своем. Успокоилась игра прям. Не хотят 1W выбрасывать ее, хотят ее закрыть в свою пользу. Оно и понятно, да? Аркейн руны есть у Чиры Джуниора тоже. Момент такой интересный. Да вот как будто надо бы сейчас 1W взять волю в кулак и может даже до ХГ дойти. Вот, например, по топу, похоже, очень хороший шанс, что команда выйдет. Руна волшебства. Много новых предметов. Эгида. Нужно попробовать. Девай стан поймал. Девай просто шел вардить. Да за что? Ну тоже такой как бы легкий фраг, который по сути в игре ничего не мешает, но правда тут уже за Торментора там нет, да? Торментор отсутствует. На охоте Шадоу Демон, на охоте, кстати, лишь Рак, снизу Тимбер. И не только Тимбер, там и Пангольера заметили. Пангольер не знает, что происходит. Ну, лучше здесь команде Экстрим отдать этого Пангольера. Ага, Экстрим пытается улететь. Просто тэп-аут нажимает. Хорош, хорош. Молодец. Да, не хватило контроля. Загоним шардом уйти оказалось не так уж и сложно. И 40 секунд остается, не дошла команда 1W до базы. Ну... Не знаю, можно по-разному смотреть. Кто-то скажет, что 1W преимущество только свое увеличивали. Но при этом Лину один раз убить я уже представляю, какие возможности появятся у Extreme. Алхимик 20 тысяч, появляется Кераса. Там что-то... Ага, Чира Джуниор фармит лес. Чира Джуниор хранитель гема. Ну, его очень тяжело убить. Да? Все-таки с БКБ, с даггером герой. Не просто справиться. Да вот не знаю. Не знаю, Форс. Мы давно уже не видели просто файтов от Extreme. На Алхимик уже другой герой другого уровня. Да и Тимбер там может пропилить хорошенько. Поэтому вот заскучали мы. Нет, да, драк последние 5 минут. Extreme, так знаешь, тоже попытались. Хе-хе-хей, сейчас мы тут. Вот, увидели, что тяжеловато им пришлось, да, и в конце концов они... оказались слабее в мидгейме, но вот сейчас нет гиды, смоука не активируют, пойдут драться. Никто этот смоук не видел из команды 1W, но какие-то теоретические так тут иллюзия лишь ракая. Думаю, что ребята не забайтятся. Ага, переманили даже. Используют сканирование. Но да, эрскан нажали, что, мол, потенциально Лину могут загангать, да, где-то там попробовать подцепить. Но... Лина глубоко стоит очень. Как-то тоже, кстати, смоук. Сейчас будет, я чувствую, сочная драка. Но она потенциально может оказаться на вижене команды Extreme. Extreme уже готовится к этой драке. Леш Рак покупает себе Bloodstone. У Никса четвертый догон. Сумасшедший урон, который может убить. Ну, может быть, за станы Алхимика могут съесть. Там прям первый, второй, третий стан полетит. Шансы будут высоки. У Пангольера не будет байбека.
куплен шарик высоты. Уровень 16. Но вот только за счет хорошего обзора экстрим могут подраться. Если вот драка начнется как раз в этом, в этой точке маленького и большого компа, могу представить. Так, телепортируется Никс Ассасин. Никс Ассасин, неужели будут сетапить? Никс Ассасин сетапит, убивают очень быстро Энчантес. И с другой стороны, продолжают Ван Даблю давить. Да, уже в большинстве команда. Рыв на Алхимика, Стан залетает. Праймал Бис начинает Ами давить, Ами нажимает БКП. Ами живет долго, но он один. Он один против всей команды противника. Ну да, получилась драка вообще не по плану Xtreme. Что-то пошел там, Никс прилетел, зацепил Энчантрес, которая вообще там Виздом руну пыталась законтролить. Все мимо для китайского коллектива. До Рошана минута и до 4 минут остается. Команда 1W в целом по такому темпу игры может спокойно бояться даже на Виздом свой выйти. Слушай, ребята из Xtreme, но 1W принимают попытку сейчас подойти к хайграунду. Очень даже может быть, что заберут-то три вышку. Есть, конечно, гриф. Подсветить. Станы, пила пошла. Вот неужели не хватит урона? Да, там и грифсы в запасе. Да. Но отбились ребята, да, пытаются нафорсить кнопки какие-то. Primal Beast далеко, чтобы Кульверайс нажать. А вот на развороте теперь Вунчу нападают. И Ча без байбека, кстати. Хороший стан от Сихил. На алхимика до сих пор нет. Алхимика до сих пор нет. Есть дизрапшн. Есть может глиф. Как-то можно продолжить здесь. Нет. А нажали вообще что-то по КБшке? Какие-то, по-моему, вообще ничего не нажали, да? По-моему, вообще ничего. Вообще ничего. Так, что делать, что делать, что делать? Как-то шедоу демонов надо попытаться подцепить, наверное, и так. Вчера БКБ очень глубоко с подпластоуном, но Синкью просто врывается, ему плевать. Может быть, стоит сломать линию и 1W просто выйти сейчас, не рисковать здесь. Свиду Стронг сетапит, покупается Рубик, нападение на Тимбера. Тимбера просто задавили. Тимбер без байбека, колбатами. Я не знаю, как драться. XM ворвался, но у XM нет ультимейта. Он пытается хоть что-то сделать обычным свэшбаклом и прыжком. Врывается Ами. XM съедают. Ами под колбы. Блокингбарри пытается выйти. Ами колбу выкинуть куда-то. Скидывает колбу. Ами нажимает Бладмейл. Уходит на базу от Петуса, одевая. Пытается убить Клауда. Клауду плевать. Им Петуса стреляют. Ну не то чтобы прям плевать, но выживает. И выстрел от Свиден Стронга. Ты посмотри, просто не хотят 1W уходить с базы. Ну, вообще есть Рошан, как будто бы. Как будто да. С другой стороны, в экстрим нечем драться. Можно брать две линии, например, выйти. Или забрать глиф хотят, но глиф не жмется. Ну, потому что как только глиф нажмется, там сразу второй. Силы света укрепили свои сооружения. Центральную ну башню ладно. Света кастуются фейтболты, пытается как-то отогнать рубик оппонента. Ну да, 1W вообще нигде не подставились, по сути. А, и... крипов нет. Ага. Так, а байбеков тоже нет, да? Что-то какую-то драку хотят. Байбеков нет. Все уже, что могли, нажали. Да и, наверное, тут я прям не вижу смысла. Опа, а это кто такой? А это кто такой? Ага. Ну тут да, конечно, стоять Никс Ассасин на базе долго не может. Естественно, экстрим после драки все точки обзора проверят. Рошан на месте. Спортсмены на месте. Пора выходить в рушпит и тем и другим. Такая потенциально последняя битва. Ну и как вы сказали, байбеков нет. Даже это ванпост не даст никакое преимущество китайскому коллективу. Ну я не знаю, надо как-то на ШД напасть. Потому что по-другому эти файты, они не могут быть выиграны совершенно. Алхимик без мака. Алхимик. Байтит. Алхимик. Ну, не знаю, можно так забайтить и отправиться в таверну. Нажимается ультимейт, врывается быстро на Энчантрес, БКБ. ШД, ребята! Бладстоун, Алхимика пытается быстро убить. Лагуна, Алхимик, колба, блин, или не плевать. Алхимика просто без шансов съедают. Ну и как драться-то дальше? Лишь рак на горе. Пангольер катается по кругу, нажимает и дизрапшн. Пангольер пытается убить хоть кого-то. Теряет Рубика, теряет Тимбера. Ну и Пангольер остается один. Попытка выйти в размен. Минус вся команда Extreme Gaming. И 1W забирают вторую карту. Много хайпа, как мы уже говорили. Ну, что сказать? Это моральная победа для 1W. Но не думайте, что все. Extreme, команду, которая понятно, как просто мне играть. Это пыль в глаза. Extreme сыграет.